Театр «Кукол» приобрел новое световое оборудование. Президентский транш на 900 тысяч рублей позволил придать сцене объем. Старые лампы накаливания были вредны для глаз, значительно потребляли электроэнергию. Сейчас установлено светодиодное оборудование. Оно в 10 раз снизило потребление энергии во время театральных представлений. И один из самых важных аспектов, по мнению артистов театра, это широкий спектр цветопередачи, который позволяет снижать риск депрессии от монохромной колымской зимы. Очень был красивый яркий свет, и было очень иногда интересно, как свет падал на актеров, и как это все смотрелось в общем, очень было интересно. Премьерным для театра «Кукол» и для оборудования стал спектакль «Волшебная лампа Аладдина». Задействовано до 40 человек. Новогодних постановок у театра две, но в каждой обязательное условие – отрицательный персонаж должен быть смешным. Этот спектакль сам по себе необычен, и выбор его обусловлен тем, что это все-таки Восток, это восточная сказка, это восточные краски, это красивые восточные напевы, это интересные персонажи, самое главное, веселые, положительные. Историю об Аладдине щедро сдобрили песнями и танцами. Постановка идет в лучших традициях мюзикла. По распоряжению президента Владимира Путина объем финансирования программы «Театр детям» в 2018 году должен вырасти в 4 раза. Труппа уже планирует капитальный ремонт в зрительном зале. Со дня постройки театра здесь не было пока возможности сделать даже косметический ремонт.